We are working closely with the state agency and the government such that we resolve all these issues. The combination of our permits versus court claims are separate issues. Как уже было сказано, компания твердо намерена продолжить сотрудничать с Государственным агентством охраны окружающей среды и правительством Кыргызской Республики для того, чтобы обеспечить получение необходимого разрешения до предполагаемой даты возможного закрытия рудника. Но следует еще также отметить, что вопросы исков, рассматриваемых в судах Кыргызской Республики, вопросы разрешения, они находятся в двух разных плоскостях. Как вам известно, по поводу экологических исков, поданных в отношении компании «Кумтор», значительный из исков на сумму 6,7 миллиарда сомов, который был подан Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. We strongly dispute these claims and we will appeal both decisions to the Bishkek City Court. Компания категорически не согласна с предъявляемыми исками, и мы будем обжаловать их в вышестоящую инстанцию. In addition, there's two other claims by SIATS and one by SIAF. Again, we strongly dispute these claims and we believe they are without merit. Также существует еще несколько исков, поданных также Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности, а также Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Также компания категорически не согласна с доводами, которые приводятся в данных исках, и будет оспаривать их.